Протяженность участка 266 километров, диаметр трубы 1200 миллиметров, две компрессорные станции. Объем газа, который будет поставляться на входе на территорию Сламбения, 2,4,5 миллиарда кубических метров. А выход с территории Словении в направлении Италии 22 миллиарда кубических метров. Это технические характеристики трубы. Объем инвестиций более 1 миллиарда евро. Окончательные инвестиционные решения приняты, кроме словенского участка, документы, по которому подписаны сегодня, также по Сербии и по Венгрии. В среду, 14 числа, мы планируем, что будет принято окончательное инвестиционное решение по морскому участку, и, соответственно, в четверг, 15 числа, будет принято окончательное инвестиционное решение по болгарскому участку. И 7 декабря начнется строительство морского участка проекта «Южный поток». С болгарами контракт договорились уже по условиям контракта, по ценам. Они привязывали описание контракта с окончательным решением по болгарскому участку. То, что касается вопросов корректировки цены, все необходимые изменения в контракт в этом году уже были сделаны. А на следующие 5 лет они попросили? Эти вопросы не взаимоувязаны. Не будет подписываться контракт. Эти вопросы не взаимоувязаны.